Всем привет, с вами снова Чигравый. Сегодня я покажу вариант установки капкана типа кулемка в бутылку. На форуме меня спрашивали, ребята, как я устанавливаю капкан таким способом. Вот я сегодня решил поставить капкан, заодно попробую снять видео для вас. Ну, посмотрим, что из этого получится. Приступим. Капкан я буду ставить вот сюда, на березу. Дело в том, что установка в данном месте не совсем удобная. В 15 метрах идет лыжня, по которой прогуливаются туристы. И мне нужно поставить капкан таким образом. Да, и здесь проходит миграция куницы по этому месту. В 30 метрах железная дорога. Дальше открытое место пространства. И куница проходит как раз именно вот в этом месте. Вот. Жалко пропускать такое место, поэтому я буду ставить скрытый капкан в бутылку. Ну, приступим. Бутылка будет закреплена следующим образом. Где-то в метре от земли, когда куница попадет, чтобы ее, ну, чтобы она не была легкой добычей для бродячих лис и собак. Вот. Первонаперво я прорезаю бутылки на 2/3 щель. То есть капкан у меня будет стоять в самой бутылке. Я отмеряю, где начинается кольцо, и вот до этого места прорезаю в бутылке продольный прорез. В конце его немножко можно расширить, чтобы толщина пружины не оттопырила эту щель. Позже в видео я вам покажу, как у меня получилось. Приближу, и вы увидите. Получилось следующее. Для чего нужна эта щель? Через эту щель срабатывает сторожок, когда куница берет наживку. И капкан срабатывает. Проверяем. Все. Капкан подошел. Давок утоплен, что нам и нужно было. Далее я прикрепляю бутылку в нужном мне месте. Это было вот здесь вот. Прикрепляю саморезом. Получилось следующее. Бутылка держится на дереве. Итак, бутылка закреплена на дереве. Следующим этапом необходимо закрепить кулемку. Приступаем. Кулемка закреплена при помощи самореза также. Вот, теперь необходимо закрепить нижнюю часть кулемки. Это можно сделать также при помощи двух саморезов и проволочки. Одного самореза и проволочки. Сделаю при помощи одного самореза, которому закреплю проволоку. Итак, кулемка держится достаточно прочно. Весь механизм у нас прячется в бутылку. Это защищает его от снега, замерзания и позволяет ему сработать от малейшего прикосновения к нему. Все, в принципе, капкан установлен. Теперь следует прикрепить приманку и насторожить его. Приманку я транспортирую в таких контейнерах, пластиковых, герметичных. Они предохраняют содержимое моего рюкзака от приманки. Также здесь, если скапливается кровь, так называемый рассол, продукты распада,
И, может быть, потом в конце полить дерево. Это создаст дополнительный запах и привлечет зверя. Можно провести мясом по стволу, создавая запаховую дорожку. Если будут маленькие кусочки мяса, их тоже можно прикрепить на ствол. Куница обладает отличным зрением и обонянием. Когда она их увидит, будет продвигаться к капкану, как раз на ее пути будут встречаться такие вкусные кусочки. Ну вот, вырежем вот эту грудную часть, закрепим ее на сторожке. Далее настораживаем капкан. Будьте снять капкан с предохранителя. Когда я так делал, Куница съедала мясо, она не попадалась в капкан, потому что предохранитель держал давок. Когда я забывал его снять и потом вспоминал, приходилось иногда возвращаться за несколько километров, исправлять свою ошибку. Все проверяем, капкан готов, снаряжен, взведен. Он находится поле, где куница ищет свою пищу. Что еще я делаю? Я подвешиваю визуальную приманку в виде перьев птицы, можно тряпочку какую-то подвесить, и добавляю запаховую приваду на дерево на высоте где-то 50-60 сантиметров, 80, чтобы создавалось поле запаха, которое поможет привлечь куницу с расстояния метров 10-15 от этого дерева. Дальше что еще можно сделать с капканом? Можно его замаскировать, повесить на него лапник, траву, тем самым издалека, ну, снижая его заметность. В принципе, у меня и так он уже практически не заметен в дороге. Дорога находится с той стороны дерева, по бокам плотный лес, сосенки, и капкан не заметен. Все, капкан установлен. Теперь я вам покажу поближе, как это выглядит, чтобы вы могли. Затем я капкан замаскирую немножко, тоже вам покажу. Вот как это выглядит снизу. Куница подходит к дереву, смотрит наверх и видит отлично приманку. Видит кусочки мяса. Поднимается по дереву, хватает приманку, здесь ей ничто не препятствует, приманка в полном доступе, она защищена от снега, от птичек, хватает ее и попадается в капкан, надеюсь. В чем плюс такой установки капкана? Во-первых, капкан защищен бутылкой от снега. Снег, когда навалится, ну, он здесь будет просыпаться и практически не будет задерживаться в месте соединения сторожка с насторожкой. Можно здесь повесить немножко травки, которая также будет защищать от снега. Вот. Такая установка защищает приваду, приманку от птиц. Ну, разве что поползень может забраться, и то ему будет проблема
по скользкой части бутылки пролезть дальше к приманке. Куница же, захватившись когтями вот за эту планочку, может легко дотянуться до приманки и потянуть ее вниз. В этот момент капкан сработает. Ну все, теперь мне осталось замаскировать капкан, и я покажу конечный итог, что из этого получилось. Как видите, капкан замаскирован. Сейчас я вам показываю его с 3 метров, как его видят. Вот. И поближе покажу. На старушке ничто не мешает сработать. Но здесь, конечно, скопится немного снега, вот в этом месте. Но сила удара на старушке такая, что она пробивает, в принципе, даже снег и траву. Он должен сработать. С вами был Чигравый. Сегодня я вам показал альтернативный вариант установки капкана, типа кулемка, в бутылку. Сегодня я показал вам вариант вертикальной установки. Если интересно, я могу попробовать снять видео про вариант горизонтальной установки. Я такой вариант не практикую, но если вам интересно, я покажу. И в конце видео, как и обещал, я покажу вам результат работы капкана при такой установке. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я постараюсь вам еще снять интересное видео. Всем пока, удачи!